вас, дорогие друзья! Закончились выпускные экзамены, все волнения позади. И, наконец, наступил тот самый долгожданный день. День, к которому вы так стремились. День, ради которого вы учились, постигая для себя новые знания, технологии. Сегодня вы получите дипломы об окончании высшего учебного заведения Арктического государственного института культуры и искусств. Слово предоставляется ректору Государственного института культуры и искусств Сыргылане Семеновне Игнатьевой. Дорогие выпускники, самый северный вуз страны, Арктический государственный институт культуры и искусств из Якутии, поздравляет выпускников с окончанием высшего учебного заведения. В этом году выпускники, актеры, музыканты, хореографы в годы учебы стали лауреатами международных всероссийских конкурсов. Дизайнеры, художники, как профессионалы, сформировались на реальных заказах и проектах. Библиотекари, организаторы культурных мероприятий, музыкальные педагоги, будучи студентами, нашли свое место в учреждениях культуры. Самые передовые предприимчивые студенты открыли свои стартапы в области дизайна, инклюзивного образования и информационных технологий. У Арктического института культуры и искусств особая миссия. Он является своего рода трамплином для вхождения арктической культуры в систему мировых культурных ценностей. Дорогие выпускники, двигайтесь вперед! Помните своих учителей и свой альма-матер. Добивайтесь грандиозных проектов. С праздником вас! Удачи! Промчались незаметно. Какими они были, и радостными, и грустными. Вы переживали за экзамены, показы, вы радовались хорошим оценкам. Давайте возвратимся назад и вспомним, как все было. Да мало кто знал, что значит Ctrl-Alt-Del, и не каждый ребенок калькулятор имел, а под словом Паскаль понимался обычно философ. Еще не все перфораторы пустили на слом, но мы пришли в этот мир, и мы пошли на пролом, и не знали покоя от новых идей и вопросов. Мы были молоды и не страшились преград, где не спасет перезапуск, поможет формат. А если не было копии, мы тактику брали иную. По дискетам мы ползали и по частям, собирали останки погибших программ, и 16-речные дампы вводили вручную. Мы привычно плевали на любой копирайт, нам казались простором даже 100 килобайт. Мы учили ассемблер, не знавший команд умножения. Распечатки не резали мы на листы, и наши первые вирусы были просты, но мы все-таки были в восторге от их размножения. Мы не боялись, тогда мы были много смелей, ни плохих секторов, ни магнитных полей, и даже сбой по питанию не был источником страха. Нам было все трын-трава, нам было просто совсем, одним нажатием на кнопку повесить СМ, нам служил ДВК, и нам повиновалась Ямаха. Но перед нами прогресс открывал все пути, и бросив старых друзей ради новых XT, выжимали, что можно, из DOS и из архитектуры. Меняли коды команд, трассировали инты, дезассимилировали BIOS и писали в порты то, что я б не позволил печатать на месте цензуры. Но это время прошло, это было давно, теперь у каждого нудно, работы полно, и заказчик-дурак тычет мышкой в картиночке гордо. И мы пиратство уже почти считаем грехом, мы обросли айц-тестами, как дерево мхом, у нас так много защит, что порой забываем пасворды. А ведь когда-то не боялись мы программы любой, и с одним лишь дебагом выходили на бой, и искусно написанный вирус встречали как брата.
А теперь мы чуть что нажимаем ресет. Да куда не пойдешь, везде наткнешься на ред. И еще хорошо, если в стеке есть адрес возврата. Теперь нам лень изощряться, оптимизировать код. Интерфейс с дураками, мы пишем из году в год. Свыклись с мощной машиной, отвыкли от всякого риска. Забыли коды команд и старых трюков запас. И только ненависть к Windows порой у нас зажигает огонь в глазах, как индикатор хард-диска. Дипломы вручаются студентам кафедры информатики. Профиль – прикладная информатика в социально-культурной сфере. Красные дипломы вручаются Игнатьевой Екатерине Константиновне, Зарукину Никите Юрьевичу, Самошкину Кириллу Алексеевичу. Дипломы вручаются Березкину Валентину Васильевичу, Егорову Вячеславу Антоновичу, Зырянову Борису Петровичу. Дипломы вручаются студентам кафедры библиотечно-информационной деятельности, профиль информационно-аналитическая деятельность. Дипломы вручаются Ивановой Веронике Прокопьевне, Игнатьевой Ирине Анатольевне, Савиной Анне Яковлевне, Михайловой Анне Петровне. Слово предоставляется куратору, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Илларионовой Светлане Дмитриевне. Анечки, Ирина и Вероника, поздравляю вас с окончанием нашего института. Желаю, чтобы все ваши самые лучшие мечты сбылись, чтобы вы состоялись в своей профессии библиотекаря. Желаю вам здоровья и счастья в личной жизни. До свидания. Слово предоставляется заведующему кафедрой, кандидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия Афанасьевой Ольге Ильинишне. Дорогие наши выпускники, вот и прошло 4 года, которые вы провели в стенах нашего родного Арктического института. Сегодня у вас последний, хотела сказать, звонок. Сегодня у нас выпускной вечер, который знаменует окончание вами нашего института. Поздравляю вас с этой знаменательным событием. Хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни все получилось, все осуществилось, что вы желаете, чтобы было у вас счастье и в личной жизни, и в вашей работе, чтобы ваша работа вам нравилась, доставляла вам удовольствие, чтобы она помогла вам самореализоваться. Вас поздравляют в моем лице также наши все преподаватели, которые эти 4 года вас обучали. И, конечно же, все студенты нашей кафедры. Добрый путь, выпускники! Дорогие выпускники, мы еще раз поздравляем вас с присвоением звания специалистов-профессионалов. Желаем вам творческих успехов, отличной профессиональной карьеры и достижения всех поставленных целей. В добрый путь!